общем, зачем я так рано проснулась? Вопрос. 16 время год. 10:16 уже. Я уже позавтракала, умылась. Вот, пойду одеваться. Короче, скоро начинается учебный год, а мы еще, ну, мы купили форму, но забыли купить обувь. После обуви мы должны заехать в зигзаг, чтобы купить мыльную основу. Так как в этом видео я уже говорила, что я открою свой магазин самодельного мыла. В общем, мы приехали на кладбище, сейчас мы чуть-чуть здесь побудем и поедем за обувью. Кстати, у моей мамы еще есть сертификат в KitchenLand на достаточно большую сумму. Вот. Ну и все происходящее я буду вам снимать. Мы уже приехали за обувью. Что покупаем? В общем, я уже купила в экономе вот такие вот, это как бы типа открыточки у меня будут. Вот такие вот три штучки купила, то есть три вида вот таких вот разных, это вместо открыток будет. Дальше купила 15 вот таких вот картоновых пакетиков белых, чтобы сюда класть мыло. Вот, стоили они по... Ну, короче, где-то по рублей 5, наверное, один пакетик. Взяла 15 штук. Вот, и еще вот такие чуть больше, вот такие тоже, они уже коричневые, вот, тоже взяла 15 штук, и там еще я хотела взять такие прозрачные пакетики, я где-то еле как там отрыла, вот, но в итоге мне их не пробили, потому что не нашли ценника, потом еще спрашивали меня, где я их отрыла там, вот, я им сказала, то, что они где-то там валялись, я взяла, в итоге меня не пробили, потому что там не было штрих-кода, придется заказывать на Валберисе. Кстати, в Зигзаге мыльную основу я не купила, так как она стоит там почти 1000 рублей. А на Валберисе я могу заказать намного дешевле, она будет на Валберисе стоить рублей 300-400. Вот, также я не взяла там... А, я взяла формы, две, это арбузик и слиток, короче, вот. На Валберсе я закажу много красителей, ароматизаторов, форм и, конечно же, самое главное, это мыльная основа. Также хочу заказать какой-то спрей, он точно существует от пузырьков на мыле. Вот. Потому что, когда вот я делала из смолы, на Валберсе смотрела, была такая пшикалка. Вот хочу такую же найти только для мыла. Кстати, вот они формы, такой вот слиток. И вот такой вот арбузик. С Валберис мне пришел вот такой вот корейский тинт. Давайте его распакуем. Он достаточно маленький. Вот, то есть моя ладонь, и вот он. Он, кстати, вот сейчас на моих губах. Очень вкусно пахнет. И... классно наносится. Вот, средства мало в упаковке. Тинт топ.